сегодня спасатели поисково-спасательного отряда Камчатского края приняли очередную попытку, третью уже по счету, совместно с Национальной службой санитарной авиации, попытку достигнуть аварийной группы на Камчатском вулкане. Но, к сожалению, штормовой ветер не позволил совершить посадку вертолету, и мы были вынуждены отступить. Предварительной информации 6 туристов, зарегистрированные в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России, при восхождении сорвались и погибли. Также есть пострадавшие. Прокуратура проверит организацию и проведение туристического тура.